Медаль «Золотая звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза. Была учреждена в 1939 году. Одновременно с медалью Героя Советского Союза вручался Высший орден СССР, орден Ленина и грамота Верховного Совета СССР. Медаль «Золотая звезда» изготавливалась из золота 950-й пробы и представляла собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Оборотная сторона медали имела гладкую поверхность и была ограничена по контуру выступающим тонким ободком. На оборотной стороне в центре медали располагалась надпись «Герой СССР», а в верхнем луче – номер медали. Колодка, к которой крепилась награда, изготавливалась из серебра. Она имела несколько разновидностей и менялась в зависимости от года выпуска. Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза носилась на левой стороне груди над орденами и медалями СССР. Для награждения медалью повторно на ее реверс наносили римскую цифру 2 и номер. То же самое происходило и в том случае, если звезду вручали человеку в третий и четвертый раз. На реверс наносили римские цифры 3 и 4, а также номер. Если гражданин по уважительной причине потерял награду, то ему вручали ее повторно, но на реверс наносили букву «Д», которая свидетельствовала о том, что человек получил дубликат. Уважительной причиной считалась утрата награды в результате военных действий. Примечательно стоит считать тот факт, что звезду Героя 4 степени в СССР получили только два человека – маршал Георгий Жуков и Леонид Брежнев. Всего до 1941 года медаль получили 625 человек. Более 90% награждений приходится на Великую Отечественную войну. 11 657 солдат и офицеров получили медаль «Золотая звезда». 3051 из них посмертно. Медалью «Золотая звезда» были награждены города-герои: Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь, Москва, Киев, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск, а также крепость-герой Брест. Более 500 казахстанцев стали героями Советского Союза. Четверо из них были дважды награждены медалями «Золотая звезда». Это летчики Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский. 54 семичанина награждены медалью «Золотая звезда». Фонд нашего музея хранит медали наших земляков, героев Советского Союза.